Во всех храмах Гомеля 18 и 19 студня будут освящать воду, отбудутся святочные набоженства. По традиции, главное водохрещенское мероприемство разгорнутся 19 студня на набережной Сожа. Хрестный ход и водоосвящение пройдут у районе Киевского спуску. Так само ожидающие смогут окунуться в воду в пляжной зоне слева от пешеходного моста. Место для обмывания прихожан будут обсталеваны и у приходах. На территории Спасо-Преображенского храма купели будет працовать с 18:00 18 студеня до 22:00 наступного дня. У храме Святого Архангела Михаила можно будет окунуться 18 студеня с 18 до 21:00, 19 студеня с 10 раницы до 9 вечера. На озере Калякога размещенный храм Святого Великомученика Георгия Перемогоносца будет высечена купель, у якую можно будет окунуться 19 студеня после ранней литургии. Значим так само, что 18 студеня у храме преподобного Микиты Сповядальника епископа Халкидонского у агрогородку Поколюбича открыется купель на месте, где бьют природные водные ключи.